Всем привет, меня зовут Влад Гончар, я работаю в компании Hammer уже 1.5 года. Я бренд-менеджер аэрозольной продукции концерна Motif Dupli Group и Montana. В компании Hammer бренд-менеджер – человек, который отвечает полностью от А до Я за существование и продвижение верных ему брендов. Мы отвечаем и за подбор ассортимента, и за ценообразование, за изучение рынка и потребителей, за какие-то маркетинговые рекламные активности. То есть полностью как предприниматель, только внутри компании. Качество, гарантия, надежность, ассортимент, цена, да и просто топ. МДГ отличает от остальных всех производителей то, что они дают европейское качество за вменяемые деньги, и это качество они подтверждают тем, что они дают гарантию на свою продукцию до 10 лет. Такого не делает ни один производитель в мире. История одного из крупнейших производителей аэрозолей. Все просто нужно понять, для чего ему это нужно, и тогда уже наши специалисты помогут подобрать ему нужный ему товар. Интересный вопрос. Ну, пускай будет Брюс Уиллис. Можно банально ответить, что нужно пойти учиться, работать и потом трудом заработать эту должность. Но я хочу сказать, что многие забывают про удачу. Знаете, существует такая фраза, что нужно оказаться в нужное время в нужном месте. Так вот я ее чуть-чуть дополню. Нужно оказаться в нужном месте в нужное время и нихера себе поработать для этого. Скорее всего, и нравится, и злит одно и то же, как две стороны одной медали. То, что бренд-менеджер отвечает за все. И с одной стороны, ты полностью ответственный за процесс, и ты знаешь и четко видишь результат своего труда, но с другой стороны, ты за это все отвечаешь, и иногда это достаточно стрессово. Интересный вопрос. Мне кажется, больше всего гружусь тем, что сейчас я занимаюсь выводом абсолютно нового бренда на рынок Украины. А успешно или нет, увидим через несколько лет. На входе больше всего проблем возникло с количеством информации, которую нужно было изучить, обработать, понять, как с ней обращаться. Поэтому, наверное, да, количество, такой огромный массив данных, который нужно было обработать. Мне импонирует мой путь, как я стал бренд-менеджером, начиная с самых низов, работая мерчендайзером. И мне кажется, он может откликнуться кому-то еще, потому что таким образом ты проходишь весь путь и понимаешь полностью, как взаимодействует бренд с потребителем. Удачи, выполнение планов, успешных кейсов. И, наверное, терпимости, потому что в нашей работе ее иногда не хватает, и эмоции берут вверх. Я надеюсь, что новые сотрудники будут только с целью расширения компании, поэтому хочу пожелать им быть амбициозными и голодными к результату.